Весна вступает в свои права. Уже прилетели скворцы. В Чебоксарах им будет где поселиться. Оригинальные квартирки для птиц вот уже 10 лет мастерит Владимир Ефремов. Учит этому искусству и школьников. Он провел для них мастер-класс по изготовлению скворечников. Лесовод по профессии, Владимир Ефремов с детства любит животных и птиц. Скворечники делал еще мальчишкой, но только в зрелом возрасте начал мастерить необычные птичьи домики. А что, говорит он, и птицам в такие квартирки приятнее заселяться, и людям интересно посмотреть. Не на каждом дереве можно увидеть, к примеру, такое. Скворечник в виде кружки пива или даже зуба. Фантазия порой преподносит мастеру сюрпризы. Счет, наверное, потерял. Ну, по крайней мере, я каждый скворечник, у меня индивидуальный, я их записываю и чертежи делаю, зарисовываю. У меня 3 тетради, где-то за 200, так скажем. Еще одна тетрадь отведена под идеи для будущих домиков для птиц. Каждый скворечник должен быть эксклюзивным, поэтому Владимир Алексеевич постоянно экспериментирует с материалами. Считает, что и детей нужно обязательно учить этому мастерству. Не то современные ребята совсем позабудут, как делают скворечники. Начинать нужно вот с таких несложных, стандартных. Раз дощечка, два дощечка, даже девочкам под силу. Ну, конечно, молотком девочкам бить очень сложно. Наверное, степлером, который сейчас продается уже, вот этим можно сделать. Немного усилий, и комфортабельная птичья квартирка готова. Я ни разу не попадал в квартиру. Владимир Алексеевич в будущем собирается возродить в Чебоксарах станцию юных натуралистов, где ребята смогли бы наблюдать за живой природой и помогать птицам с жильем и кормушками. Наталья Егорова, Алена Кириллова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.